Всем привет, ребята. Значит, решил стрельнуть с открытых прицельных. Короче, ребята, Вайраух 80. И пули у нас вот такие вот. Плинкинг. Ну, они якобы немецкие, но они мне сильно сказать не нравятся. Значит, естественно, открытый прицел. У нас на 25 метров мишенька. Ну, я знаю, что он раскидает, ребята, но я все-таки, ну, не знаю. Сейчас главное фокус поймать. Так, его надо чуть-чуть приподнять, естественно. Как-то вот так сделаем сейчас. Сейчас устроим, извиняюсь. Так, сейчас. Вот она. Так, ведерко у нас плавает. На чем она стоит, то есть. Блин, ну как всегда. Хоть бы мне кто этот купил, как она называется. Давайте я здесь поставлю на этом. Откуда я стреляю? Скажем, отсюда. Кто, зачем? Короче, пауза, ребята, я сейчас зафиксирую и включимся. Ребята, если честно, еле-еле я его поставил, потом покажу, на чем она стоит. Короче, Кэти, отойди оттуда. Сейчас постреляю. Чуть-чуть. Ветер сильный, ребята. Ребята, я одну стрельну и посмотрим. Так, смотри, все дела. Берем обратно. Короче. Кэти, ну раз уж я бей, а. Все, жалко. Вот, ребята, наш Вайраух. Посмотрим, что мы натворили. Ну, если честно, ребята, при таком ветре вообще стрелять я не знаю, как. Но что есть, тому и рады, как говорится. И пули у нас не супер качественные, ребятушки. Естественно. Ну-ка посмотрим. Вот она. То есть. Раз, два, три, четыре и пять. Я вам скажу насчет таких пуль, ребята, и с открытого прицела.
Ну как минормалек, короче. Вот так вот. Вот такие вот пироги. Сейчас, ребята, покажем дом эти, если зафиксирует, естественно. Мами, ага. Надо людям шехать, а фиксируем. Ага. Так, о. Вот и дверца эта. Видели, ребята? Видели. Видите, ребятушки, да? Вот такие вот пироги, вот. Кэти, ну не трогай. Кэти, мне вообще фокус. Алло. Сейчас. Ага. Видели, ребята? В лифчике она там бегает. Женоедка, блин. Женоедка. Ну все, вот такие вот пироги, ребята, вот. Кэти. Ну все, пока-пока, ребята. Эти мастроли, не? А? Эти мастроли, не? Давай, все, я а видос отключаем, и ты будешь это стрелять. Давай, пойдем. Все, пока, ребята.